аппетитный, потрясающий ароматный соус родом из Индии хочу предложить вам сделать в домашних условиях. Набор ингредиентов на самом деле довольно простой, как и сам процесс, рекомендую запомнить. Спешу поделиться с вами отличной идеей, как приготовить чатни из вишни. Этот соус чудесно подойдет к мясным блюдам, оттенит их вкус и привнесет потрясающую пикантную изюминку. Сам процесс радует своей простотой. Что касается набора специй, то тут всегда можно экспериментировать. Попробуйте, рецепт точно достоин внимания. Список ингредиентов в конце видео. 1. Вишни вымойте, обсушите, удалите у них косточки. 2. Нарежьте средними кубиками луковицу. 3. Очистите от сердцевины и кожицы яблоко, измельчите его кубиками. 4. Подготовьте все необходимые специи, вы можете всегда варьировать этот набор по своему вкусу. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Все ингредиенты выложите в кастрюлю и поставьте на огонь. После закипания убавьте огонь и томите чатни на медленном огне до загустения. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Вишни 250 грамм, луковица 1 штука, красное яблоко 1 штука, имбирь засахаренный 2 чайных ложки или 1 ложка свежего, красное сухое вино 100 мл, яблочный уксус 50 мл, сахар 4 чайных ложки, зерна горчицы 1 чайная ложка, палочка корицы 1/2 штуки, кардамон 3 штуки, соль и мускатный орех 1 щепотка, острый перец 1 щепотка, количество порций 6-8. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.